грустных мужчин, грустные гвоздики, кто лорд с розами, кто весело с тюльпанами, а эти идут, у них свисают три штуки, в букете, где обертки больше, чем цветов, да и этим дарить не готов. Что хочешь, а сегодня надо подарить женскому полу рядом. От всего коллектива, так сказать, разрешите поздравить. А вы не забудьте там салаты заправить. Под закусочку только согласна толкнуть такую речь и лестные слова не беречь. И тещу нужно же одарить чем-то, кроме улыбки, мать ее, женщины же она себя считает. Слава богу, ей мимоз хватает. А жене, вот кому он несет эти грустные гвоздики, подарит, а она и тому рада. Лишь бы милый был рядом. Женское счастье, был бы милый рядом.